О главных событиях этой минуте в нашем выпуске новостей. В России сегодня День защитника Отечества. По случаю праздника салюты прогремели по всей стране. Впервые в честь этого праздника фейерверк был в столице Урала, Екатеринбурге. Ну, еще залпы дали, конечно же, в городах-героях. Например, это Петербург, Волгоград, Керчь, Мурманск, Новороссийск, Севастополь, Смоленск и Тула. Ну, а в Москве главными точками запуска стали Воробьевы горы и Поклонная гора. 72 установки сделали 10 000 выстрелов.